сотни квадратных метров, новейшее медицинское оборудование и высококвалифицированные специалисты. Двери для маленьких пациентов распахнула совершенно новая поликлиника. Здание возвели более года назад, но функционировать как детское медучреждение оно начало только сейчас. Когда был разгар первой волны, было принято решение о развертывании здесь, в этом здании, госпиталя. И он у нас в течение года здесь был ковидный инфекционный госпиталь. Вот. Ну а потом уже мы оборудовали другие корпуса, подвели кислород, могли освободить это здание и уже открыть долгожданную детскую поликлинику. Прием здесь ведут как врачи-педиатры, так и специалисты узкой направленности – кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, офтальмолог, хирург. В стенах поликлиники проходят реабилитацию и восстанавливаются дети после перенесенных легочных заболеваний. Особенная гордость новой поликлиники – это гала-комната, где маленькие пациенты смогут дышать солью. Такая терапия показана детям с патологиями легочно-дыхательной системы. Гала-комната – это лишь малая часть будущего реабилитационного центра. По словам главного врача Химкинской областной больницы Владислава Мирзонова, в 5-й поликлинике планируют развернуть целый оздоровительный комплекс, где смогут восстанавливаться дети, переболевшие COVID-19. Одни из первых посетителей поликлиники – Диана Стрелкова с сыном. Молодая мама привела ребенка на профилактический осмотр к врачу. Шикарно. Мы очень рады. Мы долго ждали ее открытия, правда. Поликлиника большая, комфортная, просторная, светлая. Да, нам все нравится, и мы рады, что ее открыли. Хорошая детская комната, мы мимо уже прошли, посмотрели. У меня есть старший сын, пока мы будем на приеме, он будет хоть в детской комнате отдыхать. В поликлинике постарались создать все условия, чтобы детям здесь было максимально комфортно. Мы обратили внимание, что стены разукрашены, что существуют мультяшные персонажи, что кое-где мячики лежат. Да, оборудуем еще детскую добрую комнату. Есть такой партийный проект. Для детей созданы все условия. Но самое главное, это, конечно, качественное медицинское оборудование и узкие специалисты. На открытие новой детской поликлиники в Химках пригласили главу городского округа Дмитрия Волошина, депутата Государственной думы Ирину Роднину и лидера движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Михаила Раева. Гостям продемонстрировали современное оборудование и рассказали о планах на ближайшее будущее. Глава администрации округа дал поручение уделить особое внимание информированию жителей микрорайона о том, что отныне узкопрофильные специалисты ведут прием в поликлинике рядом с домом. Сейчас мы проведем информирование. Насколько я знаю, в поликлинике уже разговоры такие есть, что будут узкие специалисты на сходе принимать. Потому что здесь есть все абсолютно, вы же видите. Да, да, конечно. Да, все функционирует, люди уже на своих местах работают. Дмитрий Волошин отметил, важно, что в медучреждении предусмотрена работа зала лечебно-физической культуры, велотренажеров, гимнастических снарядов и даже сухого бассейна. Все представленное оснащение подходит для работы с маломобильными пациентами. Министерство здравоохранения правительства Московской области поставило в эту поликлинику все по самым последним технологиям, соответствующие всем стандартам оборудования. Поэтому это новая, современная поликлиника, не уступающая каким-то другим медицинским учреждениям. В смену поликлиника готова принимать 200 пациентов. Кроме того, на 4-м этаже здания расположился дневной стационар. Он рассчитан на 10 коек. Останавливаться на достигнутом мы не имеем права. Мы должны не только возводить такие объекты, но и самое главное еще готовить и специалистов, которые могли бы здесь работать в полную нагрузку, потому что требуется, конечно, специалисты. Здесь должны работать не просто специалисты, а люди с очень высоким уровнем и ответственности, и знаний. Новое лечебное учреждение соответствует всем современным требованиям и стандартам качества. По словам лидера движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Михаила Раева, открытие детской поликлиники – очередной важный шаг в развитии системы здравоохранения городского округа. Увеличивается население округа, увеличивается население микрорайона. Конечно, нужна поликлиника, нужны доктора. Надо создавать все условия для того, чтобы они работали именно у нас. Я хочу еще пожелать одно, чтобы наши маленькие жители округа сюда приходили только на общее обследование и для получения справок для занятий спортом. Обслуживать в поликлинике на сходне будут не только жители микрорайона, но и всего городского округа. На сегодняшний день к медучреждению уже прикрепили более 10 тысяч человек.